Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «В гостях у Елены» и мой деревенский день. Занимаюсь томатами. Смотрите, какая красота! Это желтый гигант, оранжевый гигант, оранжевый. Вот такой вот огромный томат. Это желтая клубника. Вот она. Есть еще у меня и оранжевая, немецкая желтая клубника. Есть и оранжевая. Сейчас тоже буду снимать. Сегодня я занимаюсь сбором семян. Посмотрите, какие лепешки, какие томаты. Не забывайте заходить в плейлист «Каталог семян 2021», потому что я уже выкладываю вам, я уже собираю семена. Приехала, правда, не знаю, за что браться, но я постепенно, потихонечку все на свои места расставила. И буду потихонечку все это делать. Так что заходите, смотрите, поддерживайте меня. Ну что ж, дорогие друзья, я наконец-то подстригла газон. Дожди закончились. Артем мне по кругу, как обычно, уехал, а я подстригла газон позже, потому что шел ливень, самый что ни на есть настоящий, и этот ливень шел очень долго. Целый день, ночь и на следующий день. И вот только чуть-чуть, видите, пасмурно, но тем не менее ветерочек просушил. Видите, ветер, как деревья колыхаются и кусты цветов. И я закончила стрижку газона. Да, везде, смотрите, сразу сад преобразился. Мой любимый, дорогой, я так по тебе скучала. Вот. Теплички собираю, томаты уже, семена собираю. В этом видео будут различные кадры и, возможно, ни одного дня соберу. И тут же, конечно, сразу показываю, я мульчирую стриженной травой. Да, видите? Гортензии. Я принесла сюда бачок. Ну, катка, как назовете. И вон еще одна у меня. Пусть тут все красуется. Вот. Так что такие дела. Осталось теперь мне позаниматься. Вот уже начала подвязывать, если вы посмотрите. У меня тут рулончик с завязочками. Я хризантемы подвязала, потому что от дождей он у меня весь развалился. И вот внутри, видите, те, кто пониже, зацвели. Прям, да он давно уже, этот куст у меня цветет желтый, напротив желтой розы. Это моя рыженькая, я ее просто обожаю. Такой прям помпонище. Смотрите, какие кустики шикарные. Розы все цветут, гортензии маленькие, все в цветах. В общем, смотрите, какой букет розы. Во! Эхинацея красотка. Там все прекрасно. Вот, вот они. Какие хорошие гортензии. Посмотрите, какой куст шикарный разросся. Вылечила я их, слава богу. И вот, только здесь вот с розами опять после дождей. Опять заболевашечка, поэтому надо обрабатывать. Вот Артем приедет в эти выходные, будем обрабатывать. Вот они, гортензии. Смотрите, какие они красивые. Посмотрите на вот эту. Шикарнейший куст, посмотрите. Просто красотка. Да, это от розы. Смотрите, какой куст шикарный, красивый. Вот, друзья. Кстати, эти кусты свободны. Можете их, кто рядышком со мной недалеко живет, купить. Либо на следующий год я их отсюда выкопаю. Я постараюсь здесь укрыть их. Не буду никуда их пересаживать. И в той стороне у меня тоже они есть. В общем, они уже живы-здоровы. Кто хотел, тот, пожалуйста, снова заказывайте. Вот. Гладиолусы цветут здорово. Вот розочка, я уезжала, обрезала. Смотрите, уже вот эти вот красные побеги, это новые. Видите, какие еще пустила цветоносы. Вообще просто слов нет. А это розочка, которую я привезла с юга в прошлом году. Посмотрите, какая она огромная стала.
была маленькая совсем, видите, как разрослась. И напротив вот еще одна, это розовые деревья, смотрите, как хорошо она пошла, видите. И вот зацветет, я вам покажу, просто меня не было дома, когда она зацвела, и вот она чуть подвязана, я говорю, Артему надо обязательно поставить какую-нибудь опору уже. И, конечно же, смотрите, надо полоть, цветники я еще не полола, вот, так что. И посмотрите на дельфиниум, друзья, просто шикарные, я бы не сказала, что меньше бутоны. Посмотрите, просто первые, они как-то ближе компактнее, что ли, были. Но я и этому рада. Смотрите, сколько побегов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И ниже еще вот сколько еще будет цвести. Пусть мельче, но будет цвести. Посмотрите, какой он красивый. Это нечто. Вторая волна цветения. Посмотрите, какие красивые гладиолусы красные. Вот они. Но из-за дождя, из-за ветра, дорогие друзья, вот всегда вот гладиолусы в один минус, что нужно сразу какую-то... Посмотрите, какая огромная, какой огромный цветонос. Видите, какие они. Им обязательно надо высокие опоры, но, конечно, цвет, посмотрите, какой просто шикарнейший. Вот и многие уже здесь отцвели. Тут тоже потихонечку все начинает цвести, да. Хризантемы здесь, друзья, все пострижено. Вот. На улице, смотрите, какой ветер, да? Собрала я голубику, заморозила, три раза собирала, и вот снова еще доспевают. Смотрите, какая крупная голубика, вообще очень крупная. Еще сколько ягод. Привет, Галиночка, привет. Видите, сколько ягод надо собирать. Ай, вкуснятина. Вот она. А на улице я все постригла. Все чистенько. Видите, все ровненько. Огромная площадь у меня. Но я все подстригла, справилась со всем. Обожаю стричь газон. И, конечно, здесь тоже... Это у меня сумасшедшие торпеда. Собираю огурцов после отъезда и убираю их на компостную кучу. Вот видите, сколько. Вот. Здесь у меня бегонии. Красавицы уже прям здорово цветут. Разрослись так хорошо. Надо занести их в теплицу. Они у меня там были. Но я вытащила, чтобы немножечко дождичком пролила. Здесь все растет по-прежнему, здесь тоже я подстригла. Вот надо забрать кабачки круглые. Травница у меня, грядочка очень красивая, клумбочка разрослась. Фасоли море, надо ей заниматься. Вот сегодня буду второй раз уже буду собирать. Вот смотрите, сколько ее. Ой, вот сколько, целая куча. Да и капуста опять выросла, брокколи, вон какие вилки, надо собирать. И там у меня еще надо цветную заморозить. В общем, у меня дел просто, просто море, дорогие друзья. И огурцов море, и надо, 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 надо. Лук красуется, сейчас, конечно, дождь, жалко, но он у меня не весь лег, поэтому я его не собрала. Боюсь, чтоб не заболел, но теперь что сделаешь, что... Ну, ничего не сделаешь. И посмотрите, у меня висят какие дыни. Вон там еще одна маленькая, навряд ли она завяжется. Но пусть. Смотрите, какие дыни висят. Приличные. Вот. Если бы я посадила их раньше, мои дорогие друзья, у меня были бы сейчас огромные дыни, мы бы уже первые кушали. Опа! Что-то перепутала. И здесь вот они вверху. Нижние я листья срезаю обязательно. Вот висит одна. Надо тоже ее в сумочку убрать. Здесь вот висят две. И там, посмотрите, какая одна огромная тоже. Вот она. Раз, два, три, четыре. По две дыни здесь на одном кусту. Здесь один куст пущенный в два побега. И на одном
два, и на другом два. Огурцов по-прежнему море. Сейчас буду снимать и заготавливать. Перец тоже снимать надо. Вот он. Видите, какой он классный. Надеюсь, что выспеет весь. Вот сколько. Перца много, пошел хорошо. Смотрите, маяк какой, куст весь усыпанный. Слава Богу. Вот, и там тоже перца много, и посмотрите, какой он красивый. И кто говорил, что он у меня, интересно, вылечился он у вас от клеща прозрачного? Друзья, клещ прозрачный, если его не вылечишь, он убьет всю рассаду. Я справилась с этим в маленьком рассадном, когда они в стаканчиках были. Посмотрите, какие кусты. Как они могут в дальнейшем болеть? Да, мы писали многие, что покупать семена-то продавать будет. У вас же болел. Так я же его вылечила. Смотрите, это Рамира. И помните, что Рамира не тот, который продается в глобусе, как многие пишут. Вот он, Рамира, какой должен быть. И он очень высокий. Посмотрите, какой огромный. Он здесь уже, наверное, 1,30 м. И мне очень жалко, что заканчивается лето, и он у меня не будет, ну, не поспеет все. Вот он, Рамира. Смотрите, какой огромный куст. Вот. И посмотрите, какие на нем перцы. Во! Вот моя рука, и вот перцы. Вот. Здесь я уже срывала. Вот он, какой огромный. Здесь срывала внизу. Надо подвязать. Это просто наишикарнейший перец. Смотрите, какие огромные перцы. Сейчас не знаю, с какого конца вам показать. С какого боку, точнее. Вот смотрите, какие огромные перчины. Вот. Ну, буду его просто сажать как для себя. А потом в будущем, может быть, и узнаю его. Вот. Так что... А здесь вот такие махины. Я уже показывала арбуза. Это вообще, я не знаю, уже по ходу дела килограмма, наверное, 3 точно есть. Ну, этот надо убрать. Он все равно ничего тут не даст, но только силы забирает. Он не поспеет, этот арбуз. Отрежу я потом. И здесь по одному, вот, на кусту. В общем, дорогие друзья, все хорошо. Собирай, не хочу урожай. Вон огурцы маленькие, большие я убрала. Выкинула, и снова завязываются маленькие. Вот, смотрите, сколько. Вот сколько их. Буду закатывать и закатывать. Смотрите, на одной завязочке, в одном пазушке 4 штуки их. Поэтому вот какие перцы. Дай Бог, чтобы была погода, чтобы они, ну, поспели все. Ой, обожаю. Сейчас, секундочку. Бараний рог. Посмотрите, он какой красавчик. Он весь усыпанный, скоро будет спеть. Смотрите, какой классный. А если он не поспеет, я его и таким сделаю. Прям красота. И любуюсь своей паприкой. Вот он, маяк. Тоже здесь я уже срывала. Смотрите, сколько. 5, 6, 7 перцев. 8. Вот. На одном кусту. Стараюсь, сейчас буду обрезать вверх, чтобы эти поспели. Ну, дай Бог, будет погода хорошая. Это, дорогие друзья, мои любимые мини-итальянские. Красные, желтые, оранжевые. Их очень много. Вот смотрите, сколько перца. Видите? Вот так вот. Вот так вот. Несмотря ни на что. Посмотрите, фон барон пошел. Тут у меня 5 штук их классных. И верх я практически убрала. Еще надо убрать, они уже не нужны. Вот. Ой-ой-ой, какие огромные. Во. Это оранжевый, красный, оранжевый, желтый, вот, перцы. Кто у меня покупал их, вот, знает их. Ну, в общем, хорошо, хорошо пошли. Смотрите, какие кусты красивые, чистые. Смотрите. Видите, какие? Просто прелесть. Посмотрите на Викторию. Она просто вся усыпана перцами. Видите? Вот. Смотрите, какие перцы. Классные. Раз. Вообще. Два, три, четыре. Вот. Огромный перец. Вот они. Здесь посмотрите, сколько красавчиков.
Ну вот, кстати, вот пасынок, сразу показываю. А, нет, 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 здесь будет... Ну, я не буду уже оставлять, мне не надо. Вот они, вот. И его раз, убираете. Видите, сколько силы заберет. И пусть спеет. Вот он, пасынок, вот он, видите, вот это вот и есть пасынок. Вот здесь, когда появляется. Вот он. Еще раз показываю, чтобы потом не спрашивали, как раз кустик хороший, аккуратненький. И вот он, пасынок, вот он уже вырос большой. Вот, видите, здесь вот перец, вот ли... Секунду. Вот перец, вот он, и вот лист. И в пазухе листика вот он, пасынок, вот он. Видите, какой огромный? Он ни к чему здесь. И все остальное будет спеть. И даже вот здесь еще наглядней. Вот перец, вот лист, а вот пасынок, который мы хоп и обрываем. И он мне там не нужен. Вот здесь вот, если посмотреть, вверху ничего нет. А вот здесь вот стал завязывать. Ну, я, наверное, уберу пасынок один, уберу второй. Оставлю листочек. Все, мне это не надо. Также и здесь вот, видите, вот он. Я пока оставлю. Он еще маленький, пусть стоит. Убираю пасынок здесь. И верхушку убираю. Не хочу больше. Вот мне достаточно этого, чтобы... Посмотрите, у меня здесь 6 перцев. Зачем мне больше такого маленького куста? И вот там вот, видите, снова вот... Вот, видите, маленький такой вот, завязочка маленькая. Да, может завязаться, но я просто тоже убираю. Да, и пусть у меня вот листочки дают, листочки остаются, питание. Вот они. Остальное убираю. Вот здесь вот тоже завязалось. И вот сразу пасынок. Вот смотрите, даже вот только завязался перчик, и уже пасынок рядом. Вот он. Ну, питаться будет от листочка, а вот этот пасынок будет забирать силы. Вот здесь тоже, вот, видите? Вот, и вот сразу пасынок. И, конечно же, я убираю и оставляю этот, пусть, может быть, завяжется, и на кончике ничего не оставляю. Вот здесь то же самое. Вот, убираю пасынок, вот пусть этот выспит, пасынок убираю. Это поздно я делаю так, убираю макушки. Все, вот, дорогие друзья, мне больше не надо, пусть эти поспеют. Вот их 6 штук, не надо больше никаких перцев. Все, эти бы поспели, и все будет хорошо. Так, уберу я этот пасынок, потому что потом не смогла прийти, он их полно. Вот я даже, честно скажу, в этом году и не буду так вот со всеми, вот четко, потому что уже поздно. Но перцы, конечно, посмотрите сколько. Прилично, очень даже прилично. Все, вот он, кустики, красота. Больше ничего не надо. Вот здесь вот посмотрите, какие огромные. Тоже вот 2 внизу и 3 вверху. Это желтый кубовидный. Вот, я вам сейчас там показывала, еще были. Так вот, вот он, пасынок, забирает все силы. И я его даже верхушку уберу, мне вот дальше не надо. Там завязалось, но мне не надо. И здесь вот могу убрать, вот так. Да, не хочу я. Вот он тоже, смотрите, сколько пасынков, сколько все, тоже убираю. Вот пасынок, видите, какой огромный перец. И вот этот пасынок, хоп. Так легко узнать пасынок, как в томатах, друзья. Вот смотрите, какой огромный, он мне тут не нужен. И даже вверх я уберу. Вот. Все. И вот у меня с листьями, откуда они будут питаться, и по вот этому побегу остались перцы. Вот. 5 перцев огромных. Зачем мне больше надо? Нет, конечно, не надо. И здесь тоже вот они, 4. Я тоже буду формировать. Конечно, если хватит сил. Вот. Дальше вот этот перец красный, итальянский. Посмотрите, сколько. Я его оставляю. Он дает допоздна урожай и спеет очень хорошо. Смотрите, сколько его. Но я тоже его... Иногда уже под конец пасынкую. А так, в принципе, на этих кустах я не занимаюсь пасынкованием. Вот тоже пустой убрала. Вот он. Видите, вот перец, вот перец. Вот его листочек, а вот пасынок. Зачем он там нужен? Вообще на нем ничего нет, ни одной завязочки. Вот он. Поэтому приглядывайтесь. Вот, очень много можно выкинуть, и кустик будет дышать. И расти хорошо.
Вот тоже, вот пасынок. Вот листочек. Ну, да, не особо хорошо видно, но я считаю, что если пожелать, то можно увидеть. Вот, смотрите, вот перец. Вот листочек. Я уже сколько показываю, уже, мне кажется, все уже знают. И вот он, пасынок. Вот он. И перчик сам растет. Дальше. Вот тоже. Вот перец, вот пасынок, вовремя не убранный. Вот какой большой. Тоже ничего не даст. Дальше. Вот смотрите, вот перец. Вот листочек. И вот пасынок. Тоже я его убираю. Вот он. И вот перец. И вот пасынок. Тоже я его убираю. Вот, видите, и остается листочек, перец. Листочек, перец. Вот. И так быстренько все и будут поспевать. Вот. Ладно, друзья, буду закругляться. Баклажан, конечно, у меня очень много. Смотрите, сколько здесь у меня. Завязываемость очень хорошая. Ух ты! Посмотрите, какой огромный. Надо собирать и на улице, и внутри много. И здесь перца тоже просто завалом. Смотрите, сколько здесь перца. Вот. Просто шикарно. Ух ты! Ух ты! Посмотрите, сколько их. Вот. Посмотрите, там какие огромные перцы. Посмотрите, вот здесь на мой Рамира на улице. Вот просто посмотрите, что... Секундочку. Просто посмотрите, что делается. Видите, сколько перца? Вот это Рамира, а не тот, что с магазина Глобуса. Это сортовой. Видите, сколько? Сложно здесь показать. Вот они. Просто огромный куст, усыпанный перца. Дай бог погодки, чтобы все это поспело. Сейчас с этой стороны покажу. Не сетуйте, как могу, так и показываю. Вот. Вот. Это просто... Ой! Вон какой огромный перец. Вот сколько перца. Много. Посмотрите, фон барон на улице. Какой шикарный. Усыпанный. На улице. Высаженные перцы. Это очень поздно. И посмотрите, какие они чистые. На улице. Их никто не ест. Вот они такие красивые. И свекла как хорошо выросла. Вот посмотрите. Это те перцы, которые болели прозрачным клещом, которых я спасла, и слава богу. Смотрите, какие классные перчики. Ну это вообще... О. Это черные. Так, ну ладно, друзья. Лук вот садится, садится, ложится, правильнее сказать. Вот, надеюсь, что все будет хорошо, и я... Все это позакрываю. Теплицу не буду уже показывать, я уже вам ее показала очень много раз. Все, дорогие друзья, прощаюсь с вами, до новых встреч. Вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены, в моем домашнем деревенском влоге «Деревенская жизнь с нуля». Дорогие друзья, пожалуйте в гости, всегда всем рада. Спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что вы смотрите меня. Спасибо за поддержку. Я всегда рада поделиться с вами всем тем, что у меня есть, все то, что я умею, все то, что я делаю, и у меня получается. Я делюсь, дорогие друзья, с вами. Поэтому огромнейшее вам спасибо. Ой, сейчас с той стороны покажу. Сеточку мы придумали. Это очень красиво. Видите, как висят? Спаржевая фасоль, вот, красавица висит. Клубника чуть позже буду заниматься, осенью уже некогда, не успеваю, правда говорю. Многие говорят, когда вы успеваете, а вот и не успеваю за всем следить. Но сейчас просто еще консервации прибавились, поэтому и сбор семян, я же еще занимаюсь сбором семян, и не просто так вот, просто на лишь бы. Поэтому это очень сложно, это очень серьезно, ответственно. И ручки-то у меня одни, поэтому что успеваю, то вам и показываю. Как-то так. Всем довольна я и очень-очень рада. Так, здесь тоже пострижено. Здесь тоже все цветет, пострижено.
красавицы, гладиолуса, красавца. Смотрите, какой красавчик. Надо обрезать, и что отцвели. Смотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть тут начинает цвести. Ой, ну просто красота. Поэтому буду... Опа, это кто тут сломал? Ну ничего страшного. Смотрите, какая высота. Это очень высокая роза. К сожалению, не знаю сорт, но красавица. Ой, пахнет как! Так, пока хотела показать сегодня будлею Давиду еще. Давида, у меня вариегатная. Вот она уже цветет вовсю. Такие метелочки шикарного цвета. И сейчас покажу вам будлею Давида, который мне подарила Любочка. Моя зрительница и подписчица, и подруга, которая приезжала ко мне. Вот она мне подарила вот такой вот сорт. Сейчас при открытии он вот так становится, вот таким. И смотрите, сколько метелок, как она будет цвести. Это целое дерево будлея, я рассказывала об этом. Вот, смотрите, какое огромное дерево. Кровохлебка, смотрите, свои вот эти шапочки пустила, я их просто обожаю. Восконник цветет, вот он. Физостегия розовая зацвела. Белая, смотрите, как красиво. Вот. Золотарник готовится цвести. Вот какой куст. Вот. Короче, дорогие друзья, хотела вам с вами попрощаться, но не получается. Смотрите, как здорово цветут лилейники дальше. Вот буду сейчас отрезать, выкидывать отцветшие. Смотрите, какие классные они. Цветут и цветут. И эти там тоже два. И посмотрите на Vanilla Fries. Просто красотка. Просто красотка. Посмотрите, моя рука. И какие бутоны. Лаймлайт тоже. Красота. Тоже красота. Это Candy Light. Извините, Лаймлайт у меня в этом году... Все это она еще маленькая. Это Candy Light, которая в прошлом году не цвела, в этом году цветет. Это Sande Fresh, он начал уже менять свой цвет. Вот. К сожалению, идут сейчас дожди, очень жалко. Очень жалко, начинаются всякие заболевания. Как зарядили, все, тоже рату дожди. Это вот место розы, кругом розы по бокам, розарий. Место отдыха тоже цветут, все прижились, все до одного. Буду обстригать отцветшие. Это у меня здесь уже красуется, вот тоже здесь постригла виноград, и все прекрасно прижились. Между прочим, даже те, которые я не думала. Вот, видите, надеюсь, все будет хорошо, и на следующий год тоже пойдут. Я замульчировала очень далеко от них, чтобы не росла трава пока. Потом здесь совершенно по-другому будет. Но на самом деле виноград не нуждается в мульче. Не нуждается. Он и песок, и каменистую почву любит, вот на югах как хорошо растет. Но здесь тем более не нужно вот это вот, чтобы заливало дождями. Виноград это не любит. Он любит солнечные, сухие места. Это я просто, чтобы не росла трава. Вот. И они у меня еще маленькие, формировка и обзоры. Я буду показывать, как это я делаю на следующий сезон. Сейчас это бесполезно делать, они мне еще манюсечки. Все, теперь точно прощаюсь. Всех целую. Пока-пока.